Помимо, конечно, самих сессий, которых будет большое количество, они будут посвящены самым актуальнейшим вопросам, как раз-таки в рамках формирования новой экономики в связи, прежде всего, конечно, с особой ситуацией, с санкциями. Это очень, во-первых, это замечательный обмен опытом. Во-вторых, это, скажем так, обмен лучшими практиками, которые уже имеются у наших регионов, которые столкнулись с проблемами импортозамещения и с проблемами организации собственного производства, ну, собственно, взамен каких-то вот утраченных контактов с иностранными компаниями. Вот. Поэтому, конечно, это, наверное, номер один. Номер два – Петербургский экономический форум. Конечно, это мероприятие, на полях которого традиционно подписываются соглашения. Камчатский край тоже планирует подписать более 10 соглашений самого разного характера, в том числе и бизнес-соглашения в области развития геотермальной энергетики и, конечно, главной отрасли Камчатского края – туризма. Питерский форум – это и место деловых встреч, которые, ну, прямо скажем, тоже позволяют решить многие вопросы, определить будущие проекты. И, конечно, здесь тоже мы предполагаем встречу с большим количеством потенциальных инвесторов. А наша задача здесь грамотно презентовать инвестиционный потенциал Камчатского края, объяснить инвесторам, что здесь их ждут, что здесь перед ними открываются хорошие возможности, что здесь есть рынок, который еще не насыщен отдельными товарами и услугами. И здесь, конечно, мы готовы к сотрудничеству, к созданию новых предприятий, новых рабочих мест. Мы готовы привлекать инвесторов в совершенно разнообразные отрасли, прежде всего, конечно, в туризм, в энергетику, в пищевую перерабатывающую промышленность. И здесь мы наши возможности показываем, рассказываем о том, какие плюсы, какие выгоды получают инвесторы, и приглашаем их на конкретные площадки.